Физкульт-привет! В эфире НТВ информационно-аналитическая программа о спорте «Хит-трик». И да простят меня представители других видов спорта, но сейчас наше все – это, конечно же, хоккей. Естественно, одним разговором о «Торпедо» мы сегодня не ограничимся, но начнем все же с него. Итак, на финише регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги болельщикам скучать не приходится. Автозаводцы дарят нам все составляющие спортивного блокбастера. Падение на пятую строчку турнирной таблицы, эффектное возвращение на заслуженное третье место Западной конференции, досрочный выход в плей-офф и столетняя дисквалификация Петриса Скудры. Ну, именно так воспринимают четырехматчевое удаление главного тренера «Торпедо» особо впечатлительные болельщики. С учетом, что мы с вами не виделись ровно неделю, предлагаю проиграть эту семидневку еще раз и вспомнить о тернистом пути автозаводцев в отчетном периоде. Хотя именно тернистым он стал скорее для соперников бело-синих. И первыми под Нижегородский каток попали абсолютно противоположные по текущему положению дел команды. Абсолютный лидер регулярного чемпионата питерский СКА и потерявший даже теоретические шансы на выход в плей-офф московский «Спартак». Начнем с победы над Голиафом российского хоккея. Мы не устаем повторять. «Торпедо» помнит традиции еще советских чемпионатов и по-прежнему остается настоящей грозой авторитетов. Подтверждением тому стал результат матча против «Гранда Хоккея» питерского СКА. В этой встрече ворота автозаводцев защищал Михаил Бирюков. И ему многократно удавалось спасать свои владения, на которые гости с берегов Невы, словно мамай, набегали с завидной регулярностью. Впрочем, хозяева льда тоже в обороне не отсиживались и также регулярно проверяли на прочность Мика Коскинина. И последний в первом периоде оказался непробиваемым. А вот северная армейцы нашли брешь в броне Бирюкова. Причем пошли они сразу с козырей. Это Илья Ковальчук своим коронным кистевым открыл счет в матче. Статус-кво уже во втором периоде восстановил Николай Жердев. Но на второй перерыв гости снова ушли в роли лидеров. Возможно, этому способствовало уже второе в этом сезоне удаление Петриса Скудры. Главного тренера «Торпедо» отправили в раздевалку еще до начала второго периода. С учетом рецидива наставника автозаводцев дисквалифицировали на 4 матча. Но и в отсутствии рулевого бело-синие не подвели ожиданиям болельщиков. Сначала на первых секундах третьего периода в кулачном бою победу одержал Алексей Потапов. И после этой, если можно так сказать, эмоциональной атаки, нижегородцы встрепенулись, и для СКА это стало началом конца. Сначала счет сравнял Владимир Галузин 2-2. Еще через 7 минут хозяев вывел вперед Джон Норман. Не позволил гостям ничего сделать у своих владений, «Торпедо» поставила красивую точку, бросив точно в пустые ворота через всю площадку. Отличился Вячеслав Кулемин 4-2. Это была встреча против сильного, серьезного соперника, который борется из года в год за сильные места. Мы всегда, у нас запредельный настрой. Как вы знаете, мы гроза авторитетов, поэтому сегодня мы подтвердили это звание. В следующем матче этой последней домашней серии «Торпедо» принимала московский «Спартак», команду, которая на тот момент лишилась даже теоретических шансов пробиться в восьмерку сильнейших. Но мы-то с вами прекрасно знаем, что раненый зверь опасен вдвойне. Плюс на такого соперника гораздо сложнее настроиться. К счастью, все закончилось в пользу автозаводцев. Возможно, им помогло предматчевое шоу, которое заставило улыбнуться даже суровых комментаторов КХЛ ТВ. В благодарность за полученные положительные эмоции они даже ввели новый термин. И он посвящен не развлекательной части, а одному отдельно взятому игроку «Торпедо». Нижегородская «Торпедо» в отсутствии дисквалифицирована на 4 матча Петриса Скудры порадовала болельщиков сразу двумя дублями, яркой победой и возвращением на третье место турнирной таблицы Западной конференции. И все это про один отдельно взятый матч. На льду Нагорного принимали «Спартак», и уже само начало этого хоккейного вечера достроило на положительные эмоции. Танцующий судья. Такое не каждый день увидишь. И все-таки об игре. Большинство голов ворота Маркуса Свенсона влетели в третьем периоде, а в первых двух торпедовцы ограничились по одной шайбе на период. Счет на 12-й минуте открыл Николай Жердев. Гости проигнорировали его прибытие на пятак и за это поплатились голевым добиванием. Красно-белые ответили примерно через минуту. Константин Глазачев прошил Михаила Бирюкова. И в дальнейшем оказалось, что эта осечка была единственная за весь матч. «Торпедо» снова вышла вперед во втором периоде. И снова поздравления принимал Николай Жердев. На его счету дубль и уже 7 голов в сезоне. Согласны, для нападающего показатель далеко не гроссмейстерский, но от этих мыслей сознание болельщиков напрочь освободил третий период, а точнее сказать его первые 9 минут и 43 секунды.
Именно столько понадобилось автозаводцам, чтобы установить окончательный счет встречи. И особо в этом преуспел Артем Аляев. Так, комментаторы на КХЛ ТВ сначала критиковали защитника «Торпедо» за множество пустых бросков в открытого вратаря. Но они же потом рукоплескали Артему после его голов на 41-й и 46-й минутах. И они же, то есть комментаторы, ввели новый термин – «аляевский бросок». Мы же добавим, что 45-й номер нижегородцев оба гола забил при игре в большинстве. А это, согласитесь, на фоне проблем с реализацией большинства, как бальзам на сердце. Ну а вишенкой на этот торт победы стал гол Евгения Мозера в середине третьего периода. Первые пару периодов было очень непросто, и у них были шансы забить еще. Но мы выстояли, в третьем большинство хорошо сработало и забили хорошие голы. Благодаря победе над «Спартаком» «Торпедо» вернула себе третью строчку западной конференции. В активе автозаводцев на тот момент значились 101 очко. При равном количестве матчей тогда на одно очко от нас отставал ярославский «Локомотив», а московская «Динамо» на 3. Так что вся борьба была еще впереди. Правда, одно уже можно было говорить с точностью. Все перечисленные команды уже гарантированно вышли в плей-офф Кубка Гагарина. Перед последним домашним матчем «Торпедо» в текущем регулярном чемпионате сразу три команды остановились на отметке 101 очко. И в этой тройке компанию автозаводцам составили все те же «Локомотив» и московская «Динамо». Бело-голубые 31 января в Загребе без особого труда обыграли местный «Медвежчак», а железнодорожники в тот же вечер взяли одно очко в Братиславе. Сегодня же, в четверг, 2 февраля, «Динамо» и «Локомотив» в 21 час по московскому времени проведут свои очередные выездные матчи. И для сторонников того, чтобы «Торпедо» пренепременно оставалась на третьем месте, надо, чтобы они в этих встречах проиграли. А вот от автозаводцев днем ранее ждали исключительно победы. Принимали «Сочи», команду, которая на финише регулярки отчаянно сражается за попадание в восьмерку сильнейших своей конференции. После победы над лидером регулярного чемпионата питерским «СКА» и уже не успевающим на поезд до станции плей-офф московским «Спартаком», болельщики ждали от «Торпедо» удачной игры и в последнем домашнем матче регулярки против «Сочи». Но проблема была в том, что курортники сейчас ожесточенно сражаются за попадание в восьмерку сильнейших в своей конференции, и потому логично было ждать от гостей ожесточенного сопротивления. Хотя поначалу на льду Нагорного доминировали хозяева, они же и открыли счет. На финише быстрой контратаки на 6-й минуте Дмитрий Шуленин весьма эстетично оставил шайбу на ход Дмитрию Семину, и 42-му номеру автозаводцев оставалось только не промахнуться. Сочинцы пытались огрызнуться опасными выпадами в сторону ворот «Торпедо», но там надежно играл Илья Проскуряков. Автозаводцы могли укрепить преимущество еще до перерыва, но выскочивший на рандеву с Константином Барулиным Кирилл Рассказов не смог переиграть опытного вратаря «Южан». Вектор игры заметно поменялся во втором периоде, где почти половину этого отрезка хозяева провели в меньшинстве. И если с выходом Игоря Левицкого Проскуряков справился, так же, как и со всеми уколами сочинцев, в течение трех удалений, то четвертая командировка в штрафной бокс для нижегородцев оказалась роковой. За 40 секунд до перерыва Эрик Адел удачно подставил клюшку под бросок Андре Петерсона и сравнял счет. В третьем периоде, несмотря на обоюдоострую игру, голов зрители не увидели, а в серии бросков удачливее оказались сочинцы. Решающую попытку реализовал Вадим Щегольков. Второй период, в принципе, провалили полностью, да, за исключением там пару моментов, очень много потерь. Отошли от игрового задания. В третьем пытались как бы все это наверстать, да, но уже не получилось. Булит — это уже лотерея. Таким образом, перед заключительной выездной серией регулярного чемпионата «Торпедо» имеет в своем активе 102 очка и пока третью строчку западной конференции. Пока, потому что «Локомотив» и столичная «Динамо» отстают от автозаводцев всего на одно очко. Сегодня, 2 февраля, в 21 час по московскому времени, эти команды на выезде проведут свои очередные матчи. И по результатам их встреч в турнирной таблице могут произойти рокировки. Так что сегодня болеем за «Медвежчак» и «Слован», чтобы они не позволили железнодорожникам и бело-голубым обойти «Торпедо» в борьбе за третью строчку западной конференции. Теперь «Торпедо» ждет заключительный выездной вояж по маршруту Сочи-Череповец и две столицы. Концовка регулярного чемпионата обещает быть интригующей и интересной. И цена вопроса этой интриги – кто с какого места западной конференции начнет борьбу в плей-офф Кубка Гагарина. И мы-то прекрасно с вами знаем, что Кубок Гагарина должен быть на проспекте Гагарина. Тем временем свои баталии продолжаются и на баскетбольных площадках.
Конечно, да, финишных спуртов там еще далеко, хотя в Еврокубке у БК Нижний Новгород возможно скорое выселение. И очень многое зависело от выездной игры в рамках топ-16 второго по значимости турнира Старого Света. Встречались в Санкт-Петербурге с местным «Зенитом», но до этого была встреча регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ. Она прошла на арене Нагорного. Ее итогом стала сверхуверенная победа черно-белых. Даже суровый Артур Шталберс заулыбался после сирены в матче против саратовского «Автодора». Первые же набранные очки в матче против «Автодора» дали понять, что Нижний Новгород соскучился по победам. «Монстр Данк» в исполнении Томислава Зубчича стал открыткой Саратову с намеком, мол, смотрите, какого игрока потеряли. Черно-белые в этом матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ заставили улыбаться самого сурового Артура Шталберса. Главный тренер после встречи признался, что ждал такой игры 5 месяцев. Ждали этой голевой феерии болельщики. Особо выделялись на площадке Петр Губанов и Дижон Томпсон, причем оба по-настоящему разогрелись во второй половине матча. Впрочем, настраивать прицел эти игроки стали еще до большого перерыва. Так, в одном из моментов Петр Губанов пытался запустить на алли-уп Деандре Кейна, но в итоге случайно забил 3-очковый. Именно в этом аспекте попаданиями из-за дуги 15-й номер нижегородцев и набрал основную часть своих очков. А таковых за матч форвард набрал в общей сложности 24 и стал самым результативным игроком встречи. Сегодня выполнили задачи, в первую очередь установку тренера. Сегодня как никогда оставили команду на 68 очках, зная стиль «Автодора». Остановили их быстрый прорыв, остановили их быструю атаку с дальней линии. Поэтому положительный результат. Нижний Новгород победил со счетом 110-68, это плюс 42 очка. И помимо Губанова, огромную лепту в победу внес и новый старый игрок черно-белых Дижон Томпсон. На счету 21 номера 22 очка, 7 подборов и 7 результативных передач. Прибавьте к ним 17 очков Ивана Стрибкова и по 12 очков в авторстве Деандре Кейна и Кенни Бойнтона. Сухие цифры как никогда ярко отражают весь восторг от игры, которую продемонстрировал нижегородский клуб. И благодаря разгромной победе над «Автодором» БКНН сместил саратовскую команду с 9-й строчки турнирной таблицы Единой Лиги ВТБ. И теперь горожане вплотную приблизились к зоне плей-офф и конкретно к «Енисею», который пока занимает 8-ю строчку. А вот в топ-16 Еврокубка Нижний Новгород занимает последнюю, 4-ю строчку группы G. Поправить положение можно было в Санкт-Петербурге. Там прошла вторая серия противостояния с местным «Зенитом». В первой встрече нового года с этим соперником наша команда выдала головокружительную игру, побив собственный рекорд результативности в Еврокубке. Да и дисциплинированная победа над «Автодором» заметно прибавляла настроение перед матчем на берегах Невы. Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» выбыл из борьбы за попадание в плей-офф Еврокубка. Виной тому стало крупное поражение горожан в выездной игре против «Зенита» из Санкт-Петербурга. Можно, конечно, оправдываться тем, что черно-белые отправились в северную столицу в урезанном составе. Пенять на травму Ивана Стрибкова, который получил ее во второй четверти и не смог помочь своей команде в этом матче 5-го раунда топ-16 второго по значимости турнира Старого Света. Но, тем не менее, мы имеем то, что имеем. Нижний Новгород уступил «Зениту» по всем статьям. И если в стартовом периоде игра еще была на равных 25-25, а во втором питерцы не сумели убежать и на большой перерыв команду ушли при счете 49-47, то в дальнейшем гости просто посыпались. Чего только стоит третья четверть, в которой подопечные Артура Шталберса сумели набрать всего 4 очка. Да в третьей лиге вьетнамских профучилищ одноруки девочки забили бы больше. Впрочем, это все эмоции. А по факту БКНН проиграл со счетом 90-66. Хотя и здесь можно найти положительные стороны. В критичной ситуации на площадке появились молодые игроки. Иван Викторов, Илья Попов и Никита Зверев соорудили несколько результативных атак для своей команды в заключительной четверти. Но гандикап «Зенита» был для нас уже недосягаем. Игра баскетбольного клуба «Нижний Новгород» в Еврокубке сегодня не станет единственной новостью международного уровня. Так, в Сыктывкаре прошли матчи чемпионата мира по хоккею с мячом среди юниоров. И среди триумфаторов этого мундиаля русского хоккея были и 2 игрока нижегородского «Старта». Именно с этой новости начнем второй период нашей программы буквально через пару минут. Ну а прямо сейчас небольшой тайм-аут, сразу после которого и продолжим. Так что не переключайтесь, мы скоро вернемся.
Еще раз здравствуйте. На канале НТВ продолжается информационно-аналитическая программа о спорте «Хет-трик». Во втором периоде мы расскажем о русском хоккее, об очередной точке отчета до чемпионата мира по футболу, о предстоящей лыжне России, а также познакомим вас с новостями со всего света. Но сначала русский хоккей. В Нижний Новгород вернулся один из триумфаторов чемпионата мира по хоккею с мячом среди юниоров. Игрок хоккейного клуба «Старт» Павел Даданов в составе сборной России вместе с одноклубником Евгением Нероновым завоевал золотые медали. Наши хоккеисты отметились каждые двумя голами в ворота сборных Швеции, Казахстана и Норвегии. Викингов, кстати, сборная России в полуфинале обыграла, как говорится, в одну калитку – 10-0. А вот в матче за первое место против сборной Швеции 90 минут основного времени закончились с неожиданным для русского хоккея счетом 0-0. Финал был, по сути, мы не смогли сыграть игру, которую задумали, так как пошел, дождь, изморозь пошла, и лед испортился. Играли на характерах, так больше сказать. То есть была больше так битва, я не знаю даже, как сказать. Силовой борьбы было больше. До победного гола мы выдержали больше, поэтому и выиграли. А выиграла сборная России только в дополнительное время. Но это ничуть не умаляет заслуг стартовцев Евгения Неронова и Павла Даданова. И золото на груди игрока нижегородской команды – это только начало. Играл вообще первый раз в жизни опорника. В своем клубе никогда в жизни не играл. Играл всегда на подачу. В сборной меня увидели в опорной зоне. Играл первый раз в жизни, привык. Надо продолжать, свой путь карьеры и, совершенствовать себя. А совершенству, как известно, предела нет. Свое мастерство новоиспеченные чемпионы мира смогут продемонстрировать уже 9 февраля, когда «Старт» на стадионе «Труд» будет принимать новосибирский «Сибсельмаш». За 500 дней до чемпионата мира по футболу нижегородские волонтеры и послы города провели квест по пути болельщика. Спортивная игра прошла на Большой Покровской. Участникам предстояло выполнить различные задания. Все они были связаны с чемпионатом. По маршруту прошел и наш корреспондент Тимур Хакимов. Заводные песни для движения, шарфы разных цветов, чтобы не замерзнуть, 6 станций, чтобы пройти по пути болельщика. Задачами команд становится забить гол в специальные ворота, победить соперника в настольном футболе и отгадать как можно больше слов на тему предстоящего чемпионата мира. Нижний Новгород в такой игровой форме отмечает 500 дней до начала чемпионата мира по футболу. Совместно с организаторами турнира в нашем городе и местными жителями в этом квесте забивают красаву в ворота, угадывают имена футболистов и делают совместные фото с командой знаменитые люди – послы предстоящего мундиаля. Все они также считают дни до старта мирового первенства. На самом деле футболисты сейчас пока даже об этом не думают, потому что для футболиста это очень большой срок. Но для организаторов, для волонтеров это уже совсем рядом. И уже надо готовиться, причем очень хорошо готовиться к чемпионату мира. Я уже много раз говорил, что мне кажется, что 500 дней, 1000 дней, 100 дней ничем не отличается. Каждый день важен. Каждый день это очередной этап подготовки. Мне кажется, очень важно, что придет много людей, что мы побежим, и несмотря на то, что минус 15 или минус 20, все равно будем веселиться. Я, честно говоря, счастлив, потому что я в Нижнем Новгороде, и здесь хорошо. Решение отметить 500 дней до старта чемпионата в подобной форме объединяет всех болельщиков в городе, будь то нижегородец или иностранец. Ежегодно в наш регион приезжают десятки тысяч туристов из России и других стран. К их приезду горожане подготовились и уже знают, что в первую очередь следует показать туристам. Это набережная Тодоровская, потому что скрывается вид на весь город, и мне она очень нравится находиться, потому что это очень душевное такое место. Как у каждого нижегородца есть свои любимые места. Вот сейчас мы находимся в центре нашего города Нижнего Новгорода. Конечно, это я здесь родился, я здесь вырос, поэтому для меня это любимое место. Есть любимые улочки, любимые дома. Буквально недавно видела знаменитый стадион Камп Ноу в Барселоне. И я думаю, что наш стадион будет не хуже. Региональная программа подготовки Нижегородской области к чемпионату мира – одна из самых масштабных в стране. Помимо нового стадиона, уже работает новый аэропорт, реконструируются дороги, строятся станции метро, спортивные базы и гостиницы.
гостиницы. Конечно, это будут удобные улицы, которые будут сделаны на Мещере вокруг стадиона. Это будет метро, это будет сам стадион. По сути, мы приобретаем новый общественно-политический центр нашего города, Нижегородской области. И, безусловно, вот эта работа, это государственное задание, которое мы сейчас выполняем, оно даст новый уровень и качество, и жизни нашего населения, и решит многие наши проблемы, которые долгое время не решались. И эта вот задача сегодня, она перед нами стоит, и мы ее, безусловно, выполним. Чемпионат пройдет, а все, что построят, это останется для нижегородцев. Все мы знаем, как Валерий Павлович относится к спорту, к футболу в частности, что он любит. Спортивный человек. Наш город примет несколько игр группового этапа турнира, а также матч 1/8 и четвертьфинала. С такими болельщиками играющие в Нижнем Новгороде команды уж точно не останутся без поддержки. Лыжня России 2017 пройдет 11 февраля на территории поселка Новинки Богородского района. В этом году соревнования впервые пройдут в новом формате. Всех, кто решит попробовать свои силы на дистанциях 5 и 10 километров, ждет масс-старт. Открытое пространство позволит зрителям увидеть все детали лыжных забегов. Принять участие в юбилейной 35-й лыжне России может любой желающий. Необходим лишь паспорт и медицинский полис. В день соревнований на месте старта будет проходить личная регистрация. Также отдельно принимаются коллективные заявки. Помочь лыжникам добраться до нового места лыжни России помогут рейсовые автобусы до поселка Новинки. Дополнительный трансфер с автостанции Щербинки. Для личного транспорта подготовлена парковка на 1000 мест. Из опыта всех регионов, которые проводят такие мероприятия масштабные, нам на самом деле просто на Щелковском хуторе стало тесно. Я еще раз повторю, что у нас прибывает участников каждый год порядка 1000 человек. И вот и мы вынесли все-таки на открытое пространство. Раньше на Щелковском хуторе мы выстраивали участников, отделяли спортсменов немного, вперед их выпускали, а сзади выстраивались уже основная вся масса всех, кто хотел стартовать. А в этот раз этого разделения не будет как такового. Ну и в завершение нашего хит-трика представляем вашему вниманию небольшой обзор спортивных и околоспортивных новостей со всего света.
日本人の19年ぶりの横綱誕生っていうので、とても嬉しく思ってるし、だから土俵にも。初めて来たんですけど、こういう明治神宮神社で奉納土俵に神聖な雰囲気があって良かったと思います。Ce la fai? Dov'è? На этом на сегодня все. Увидимся с вами ровно через неделю. Ну а пока, пока-пока. И главное, не забывайте дружить со спортом.